были мы свидетелями. Я только с собакой зашла с прогулки, зашла в подъезд и бахнула. И побежала домой, дети дома испугались, ну, как бы в этом больше ничего. Потом увидели дым с той парадной, люди начали бегать, все собирать, скорые, ну, и мы вышли уже на улицу, потому что мы 10-й этаж, нам страшно. Да, потому что очень было громко, стекла сыпались. Семья большая, мы сами с Николаева тоже тут убежали от тех обстрелов, упали здесь, получается, рядышком. Вот моя квартира. Да, все разрушено. Да, все разрушено. Все. Взрывы произошли. Я сидела в коридоре за двумя стенами. Произошли взрывы. Очень быстро и очень много их было. Аж летели вот эти, я не знаю, мопеды.